Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Української правди. Далі говоримо про ситуацію в Ізраїлі і все, що відбувається довкола праці з армією оборони Сахал проти терористів Хамас. Про це буду говорити не сам. До нас долучається Роман Гольдман, військовий спецпідрозділу армії оборони Ізраїлю. Пане Романе, вітаю вас. Пане Романе, хотів у вас спитати, яка зараз ситуація в місті Рафах? На самом деле, к Рафаху Израиль принял решение вчера после обеда о спецоперации, которая расширяется уже к южной части Газы. Как в любой ситуации войны, мы видим, что обстановка накаленная. Как и в Херсоне или в любом городе, где есть боевые действия, которые направлены против терроризма, мы видим мало людей. Задачи, которые поставлены, по крайней мере, Израилю и солдатам, это делать все, что максимально возможно, сохранять, по крайней мере, чтобы не было пострадавших мирных жителей. Задача поставлена вернуть своих похищенных, которые 7 октября были похищены, дети, пенсионеры, после большого теракта, который был нанесен 7 октября. И вот эти главные задачи, которые Цааль сейчас выполняет в секторе Газа. Поясніть для наших глядачів, яка ваша функція в армії оборони Ізраїлю? Моя функція это эвакуация раненых солдат с поля боя. Это спецподразделение, где в нем функционируют врачи, реаниматологи, которые оказывают помощь сразу же на поле боя. Уникальность нашего спецподразделения, что солдаты, которые служат в этом подразделении, это в первую очередь солдаты суперподготовки, и второе – это все врачи, заведующие отделением в государственных университетских больницах. Это врачи с высокой подготовкой, с высоким опытом, которые сразу уже могут оказать необходимую помощь. Именно при такой концепции мы смогли снизить цифры, которые сегодня, по крайней мере, поражают весь мир по погибшим в секторе Газа. Что можете сказать про тактику Хамас? Мне кажется, что тактика ИГИЛ, Хамас, радикальный джихад, она известна всем во всем мире. Это тактика терроризма, это беспощадная неконвенциональная война. Так что мне кажется, что 7 октября все увидели тактику Хамас. Это убивать мирных жителей, это убивать детей. И такая же тактика продолжается же в секторе Газа. Все эти месяца Израиль пытался договориться, пытался мирными переговорами вернуть похищенных, отказался Хамас возвращать похищенных мирных жителей, которые похитили. Из-за этого спецоперация Израиля была вынуждена. Яка ситуация безпосередньо с цивильными в місті Рафах, где вы перебываете? Я не могу прокомментировать, по крайней мере, этот вопрос, потому что Израиль максимально не входил в Рафах все эти месяца. Только вчера было принято решение зайти в Рафах. Из-за этого прокомментировать на данный момент ситуацию я не могу, потому что нету достаточно времени. Но я могу одно сказать, что максимально приоритетно, и это самая важная черта, которая отличает нас от Хамаса, что израильский Цахал, армия обороны Израиля, делает все, что возможно, чтобы не было никак пострадавших из мирных жителей. А можете сформулировать для наших глядачів кінцевую мету армии обороны Израиля? Остановить обстрелы, которые уже больше, чем 20 лет идут в сторону Израиля, остановить теракты, которые полностью идет с центра решения вот костного мозга Хамаса, который находится за моей спиной, угрозу, которая есть в Израиле, остановить этот терроризм, который есть, и вернуть наших мирных всех жителей, которые были похищены 7 октября.